пошло. Все, запись пошла. Светланка, привет. Светлан, передай, пожалуйста, привет менеджерам, директорам города Саратов. Ну и вообще всем будет полезно услышать несколько слов от такого успешного лидера. Большой, конечно, привет всей вашей команде из Шарм-эль-Шейха. Первый раз вам, знаете, можно сказать, это просто незабываемый. Вот мы недавно вернулись из Валенсии полтора месяца назад, вот мы уже в Египте. В следующем году я не знаю, в Анталию, там, Майами, еще много чего. Ребята, особенно менеджеры, знаете, такой уровень, когда вы еще не новичок, но еще и не директор. Тогда нужно набираться опыта лидерства, опыта развития команды. Поэтому не останавливайтесь, этап сложноватый, но его нужно пройти, так скажем, с гордостью. Помню себя на менеджере, совершенно новые действия, совершенно новые эмоции. Знаете, так, ну, интересный такой уровень. И сейчас, тем более, когда компания позволяет вывозить своих менеджеров за границу. Да, это даже не золотые директора, не только просто рукашки менеджеры. Пользуйтесь такой возможностью, растите, добивайтесь минимум уровня золотого директора, потому что именно на этом уровне уже начинается более-менее европейский стиль жизни. То есть была первая цель директора, потом сразу золотой директор, ну и, конечно, бриллианты. Да. Ну а директорам желаю, конечно, не останавливаться, брать несколько групп и делать минимум сапфира. Это, в принципе, так же просто, как и золото. Спасибо тебе огромное. Светлан, тебе успехов и самые-самые наилучшие пожелания. Увидеть весь мир в компании Reclaim. Исполнение всех мечт. Вам того же желаю. И... Спасибо. Все, пока-пока. Спасибо. Спасибо тебе большое. Ты меня добавишь, я тебе перекину.